Инициатором интернет-турнира стали депутат Думы Нефтеюганска Сергей Чайкин и шахматная школа имени Анатолия Карпова. Соревнования решили приурочить ко Дню Конституции России и Дню основания Ханты-Мансийского автономного округа. Участников поделят на три возрастные группы. Самыми юными шахматистами станут мальчики и девочки 2009 года рождения. Победители получат призы. Будут три номинации, первое место, второе, третье в каждой группе, и победители получат денежные призы. Почему денежные? Потому что мы ожидаем участия не только Нефтеюганска, там, Нефтеюганского района, но и других городов территории нашего округа. Принять участие в турнире может любой желающий от 10 лет и старше. Нужно только зарегистрироваться на интернет-портале «Шахматная планета» до 10 декабря. Сами соревнования продлятся 3 дня с 10 по 12 декабря.